сучасних дітей мало чим можна зацікавити, та поклик до пізнання у них формується ще з народження. Сьогодні ми навчимо вас, як же знайти і розвинути талант вашої дитини, особливо письменницький, тому що до нашої студії прийшла Вікторія Філіна, письменниця, видавець, авторка міжнародного проєкту «Діти письменники». Дуже рада бачити вас сьогодні, пані Вікторія, у нашій студії. І я впевнена, що після сьогоднішньої бесіди вже батьки будуть знати, як створити книгу разом з дітками і як її видати. Як зробити так, щоб ця книжка у вас вже була в руках. Так? Сьогодні саме про це будемо говорити. Тож я одразу хотіла запитати вас, як же вдалося вам створити міжнародний проєкт? Не просто маленький, а це той проєкт, який зацікавив дітей майже з усіх куточків світу. Здравствуйте, Юля, рада вас видеть і рада поделиться действительно рассказом о том, как проект стал международным и, главное, с чего все началось. Началось, пожалуй, с того, что я с 5 лет хотела стать писательницей. И закончила филфак, и пробы письма были у меня, да, разные. Но только когда родились дети, я стала сочинять сказки. И сказок сейчас в жизни очень много. И благодаря тому, что мы путешествуем всей семьей в разных городах и странах, то вокруг нас всегда много деток. И все началось с первой книги моей дочки Вероники, которая однажды нарисовала 4 иллюстрации, принесла и говорит: «Мама», она еще не умела писать, «мама, запиши, я тебе историю расскажу». И я вклеила ее рисунки в альбом и стала записывать с ее слов историю, и она получилась прекрасная. Как раз вот в сборнике моих учеников «Сказки о Рамболе» ее сказка как раз первая, потому что с нее все началось. Так, а я зараз, якщо ви не проти, покажу просто, як це, ось як виглядає ця книжечка. Подивіться, ну тут ілюстрації, не знаю, чи є тут, немає тут ілюстрації. Ні, зато історії невероятні. 60 сказок із різних стран міра. 60 казок, ви уявляєте, це 60 дітей написали ці всі казки про щастя. От я дивлюсь, що це таке. Да. Хто як бачить щастя, що таке щастя. От, ну, тут взагалі дуже цікаво. Я собі уявляю, як діти бачать світ і наскільки цікаво вони можуть його описати. Дуже багато історій про, ну, от про вітер, наприклад, я дивлюсь тут, про дівчинку, про якусь. Ну, тобто це... Про волшебні страни, про стихії, про Новий год, про невероятные приключения героев, которые они придумывают. Но самое интересное, что дети всегда готовы поделиться историей, а вот родители не всегда готовы повзаимодействовать в этот момент. И так получилось, что вот на примере вот сотрудничества, да, соавторства с моей дочкой, у меня появился в голове проект. А что если ребенку предложить стать автором, иллюстратором и издателем книги точно так же, как сделала когда-то я. Та з задоволенням, вони всі хочуть це робити, вот. Але чомусь, от знаєте, якщо що виходить, діти мають отой хист, а вони дуже швидко записують, занотовують, дуже швидко замальовують свої історії, і вони десь залишаються, вони показали там мамі з татом, дідусям, бабусям і все. І на тому все завершилось, все закінчилось, і чомусь батьки вважають недостойним, мабуть, все це оформити, видати і потім показати таку роботу, дитячу роботу, вже далі усім бажаючим. Такого немає. Ну, это рассматривается как такой домашний проект, да, семейный проект, когда вот ребенок, это называется рукодельная книга, да, вот то, что дети часто делают, и то, что мы делаем на занятиях. Международный проект «Дети-писатели» состоит из писательского курса для детей, потом печати их сказок вот в таком сборнике, да, и далее уже у нас появился проект мультипликации, когда каждый ребенок может свою сказку, нарисовав, написав, еще и сделать мультик.
Представляєте, як це замечательно? Взагалі дуже цікаво. Так, насправді, хочеться, щоб діти наші розвивалися, але знаєте, що мене цікавить? Мене цікавить той перший момент, за який треба вхопитись. Угу. Це тоді, коли дитина має ще бажання, бо дуже швидко закінчується все. Вона там в 3, 5, 10 років ще хоче, в 14, 16, 18 вона вже займається іншими справами, їй не зовсім цікаво вже буде це все робити. Тобто, одиниці залишаються тих, справді тих дітей, які хотіли би продовжувати письменницьку роботу, займатися чимось особливим у своєму житті, так? А діти переважно перестають і малювати, і писати, і будь-якою такою творчою роботою займатися. От що є, за що треба вхопитися батькам? Ну, в моєму випадку, да, это я как преподаватель и вдохновитель, да? То есть когда детки встречаются со мной, мне очень нравится слушать их истории. Если родители тоже в такое соавторство войдут, да? Но родители часто заняты. Дорогие родители, найдите полчаса времени и послушайте, какую историю про то, что ребенок сегодня увидел или услышал, или да, ему что-то приснилось. И когда он рассказывает, вы предложите ему записать. Если он не готов, запишите с его слов или на диктофон. То есть история, она удивительна тем, что если вы ее расскажете и не запишете, она исчезнет. Это такое свойство памяти. Она исчезнет, растворится. А если вы запишете, если ребенок маленький, то с ним. Если ребенок уже взрослый, то вдохновите его так, чтобы он захотел это записать. Да, и потом вы можете сделать из этой рукодельной книги, вы можете напечатать настоящую книгу. Вот эта книга моей дочки 7-летней, и здесь ее иллюстрации. Иллюстратор Вероника Хуповая, 7 лет. Представляете, она невероятно счастлива, что у нее есть настоящая книга, напечатанная небольшим тиражом с ее иллюстрациями. Причем взрослые художники говорят, что вот такого кота еще попробуй нарисовать взрослому. А вот ребенок совершенно... Прекрасно його нарисував. Діти взагалі бачать неймовірні речі, бачать форми цікаві і передають і об'єм, і фактуру так, як деякі дорослі і не можуть собі уявити. Хоча б, да, вони копіюють дитячий стиль в деяких дитячих книгах. І ви знаєте, я потім наблюдала за очима дітей, які смотрять цю книгу. Вони невероятно щасливі, тому що прям радость в глазах. А даже не, они еще не говорят о том, что хотят, они понимают, что это их единомышленник, это их, да, из их детской среды, из их детской сказки человек, он мышат видит именно так. Дуже гарні малюнки, яскраві такі. А, знаєте, от якісь перепони все ж існують, мабуть, бо багато хто з батьків хотів би видати дитячі книги. Які саме, як ви думаєте? Историй у детей много, и важно их слушать, о чем они говорят. И иногда, может быть, вы будете с ними да, идти в их сказки, да, но немножечко меняя траекторию. Да. Я всегда детям говорю, что я неисправимый оптимист и гуманист. И мне очень хочется, чтобы вокруг было больше добрых мыслей, добрых книг, добрых поступков. Тогда добра будет больше. Но это вот моя убежденная такая позиция. А дети иногда начинают писать какие-то страшные истории, да, какие-то, ну вот, потребность души в какой-то момент возникает написать что-то такое драматичное или страшное. И тогда мы просто с ними разговариваем. А что читатель почувствует в тот момент, когда ты прочитал эту историю? Ты его хочешь испугать, или ты хочешь вообще довести его до слез? Или ты хочешь его вдохновить и порадовать, чтобы он посмотрел на мир твоими глазами, он увидел красоту мира, как ты? То есть прежде всего говорить с детьми о том, чтобы наполнять свою жизнь любовью, добротой, красотой, видеть вокруг красоту и об этом писать. То есть мне очень нравится писать. Хотя иллюстрации иногда я тоже рисую. Мне нравится то, что я вижу, записывать. И вот детки, которые единомышленники, они как-то вот в нашу жизнь, так как мы всей семьей пишем, рисуем, то они приходят в нашу жизнь и получаются такие интересные книги невероятные. Но чем дети старше, тем они начинают уже писать о проблематике. Маленькие пишут о чудесах и волшебстве, о магии, да. А старшие детки, я даже скучаю за некоторыми сказками уже выросших моих учеников, они пишут уже о проблематике, о голоде в Африке, да, загрязнение океана. И тут... Це теж добре, це теж повинно бути, а як же? Да, і ми тоді починаємо підключати сюди вже
какие-то волшебные вещи, например, про исследователя, да, инженера, который сделает пылесос такой, который будет чистить дно океана. Ну да, ведь дети, писатели, это же наше будущее. Они могут написать что-то такое, что сбудется в ближайшее время, верно? Звичайно, так. А я, знаете, знову ж таки, звертаюся зараз до вас і от до батьків, які не знають ще, що вони зможуть надрукувати таку книгу, видати. Дуже складно, чомусь так завжди вважали, що це зробити важко, бо треба, щоб фахівці цим займалися. Угу. Тобто не просто написати, не просто надрукувати, ще треба зробити оформлення для цієї книги, ще треба якось побачити її і палітурку, обкладинку і все-все-все. Тобто є ще ті моменти, якими треба займатися, якщо ви вже вирішили видати книгу. Ви от як видавець, як ви вважаєте, чи в Україні зараз є такі можливості зробити недорого, чи можливо є якісь соціальні проекти, які би допомагали батькам разом з дітками видавати книжки? Есть, таких возможностей много. Первая возможность – это сделать небольшой тираж за свои деньги. В любом небольшом таком копировальном центре есть дизайнер, который сможет отсканировать иллюстрации ребенка, вы сможете в Word отправить текст этому дизайнеру, и он смакетирует книгу. Это очень просто. И вы можете напечатать 1, 2, 10, 15 экземпляров и подарить, например, всем своим родным, друзьям. А второй вариант – то есть это вообще не сложно. Буквально в каждом районе города есть такой небольшой копировальный центр. Это даже не типография. То есть если вот говорить о профессиональном издательстве книг, то вот эту книгу «Волшебные краски Ирине» я напечатала тиражом 1100 штук. Вот этот тираж уже небольшой. И вы знаете, он даже сделан уже для того, кто ее заказал. Тобто це можуть бути ваші родичі, так? Ну, наприклад. В даному випадку вже навіть родители моїх учнів, які ще не мають такої можливості, але дуже вдохновлені цим проєктом, вони її заказали, і ми напечатали такий тираж, який потрібен вот для всіх родителей учнів. А ще є один замечательний спосіб – це на платформах общественного інвестування, краудфандинг. Это такие платформы, где вы можете выложить проект книги и предложить всем желающим сделать предоплату. И на эти, когда вы соберете нужного количества людей эти предоплаты, вы напечатаете эту книгу. Представляете, так, как замечательно? Можно все. Зараз справді такий возможности. Світ технологій, так і зв'язку дуже швидкого. Все можна зробити, аби було бажання і вдохновення. Ось з приводу цієї книжки, от яку ви тільки що показали, ту, яку ви надрукували великим тиражем. Я знаю, що вона стала однією з найчитаніших книг. Так, розкажіть, будь ласка, як так сталося? У світі. Да, это опять же про возможности, да, когда ты вдохновлен. Моя издательская деятельность началась с интернет-книг, потому что, путешествуя, мы понимаем, что не все книги поместятся в чемодан печатный. Поэтому мы издали эту книгу «Волшебные краски Ирине» в интернет-магазине Amazon.com. И было удивительно, когда через неделю читатель из Италии купил ее и написал, что книга замечательна для вечернего чтения детей. Я так радовалась. Я нахожусь в Индии. Мы тогда жили в Индии зимой. Я закончила филфак в Украине, пишу на русском, живу в Индии. И тут итальянец купил мою книгу. И представляете, вот еще как международные проекты закручиваются. Я счастлива невероятно. И книга стала продаваться. И заняла в какой-то момент первую позицию в топ-100 книг на Амазоне об окружающей среде для детей. Потому что книга о природе. Она с магией, с волшебством, но идея о том, что как ты будешь с природой взаимодействовать, так она тем тебе она и ответит. Дуже класно, і хочеться вас привітати з цим. Справді, така от можливість у вас з'явилася, ви скористалися, і справді діти читають, діти в світі читають. Якщо порівнювати з українським читачем дитячим, то що можна сказати? В Україні діти менше читають чи більше? Ви майже весь світ об'їздили. Я знаю, що багато країн вам вдалося побути в багатьох країнах. Чи можете ви сказати, що українські діти читають менше?
Нет, не могу, нет. Конечно. Дети одинаково. Все читают одно. Да, одинаково в Таиланде, в Индии, в Украине, в Индонезии, везде, где я была, и где я встречаю деток русскоговорящих, да, украиноговорящих, они все любят читать, они любят сочинять, читать, и только поэтому мы и встречаемся. То есть вот каким-то образом, потому что я уверена, что потому что я люблю читать, мои дети любят читать, рисовать, и мы собираемся и все вместе это делаем. Мы берем альбомы, краски, мы берем всякие игры, которые писательские, да, где можно раскачать свое воображение, и начинаем сочинять. Очень важно, конечно, сочинителю, то есть писателю, читать. И об этом мы тоже говорим. И они очень любят читать вот этот сборник, где есть их сказка и сказка других ребят. Представляете? То есть стимул прочитать вот эту книгу, а причем в прошлом году это было 60 сказок, в этом году будет 200 сказок. У них точно есть. Угу. 200 казок, це ви плануєте видати, да, да, цього року. Як, да, буде називатися збірник? Ну, от смотрите, мені дуже подобається це названня сказки «Арамболя». Воно таке слово «Арамболя», да, волшебне. Поэтому по традиції це буде сказки «Арамболя». І, возможно, там появятся нові рубрики. Причем дети здесь будут сказки детей, которые занимались не только в путешествиях, да, со мной и в моей школе дети-писатели в Индии, а они еще занимались по скайпу со мной. Представляете? То есть ребенок из любой страны мира, занимаясь со мной месяц или несколько месяцев по скайпу, в результате получается хорошая история, которую ми вместе редактуємо, а потім печатаємо. Як навчитись писати так, щоб це було цікаво, грамотно, з чогось потрібно починати, якусь там серединку мати і логічне завершення, тобто якийсь кінець, так? Чи є якісь правила, якими ви могли би зараз поділитися з батьками, можливо, з вихователями, з тими людьми, які керують процесом? Звісно, обов'язково є правила. Причому я навіть написала авторську програму для преподавателей и учителей детских центров, школ, садов, которые могут самостоятельно... А они могут користуватися, так? Користуються зараз вот у нас, в нашем місті, наприклад, как вы думаете? Ну, я вот только разработала эту программу и только вот сейчас начинаю взаимодействовать с преподавателями. И как раз у меня появилась потребность души поделиться этой методикой, потому что мне очень нравится, я вижу результаты. Я вижу, как дети вдохновляются, пишут, рисуют, и это действительно творческий процесс. Я подумала, я же одна не так много смогу, да? А вот если нас будет много, тогда больше детей-писателей появится. И наверняка преподаватели и родители, которым нравится взаимодействовать с детьми, они разберутся очень быстро. Несмотря на то, что я филолог, я это люблю. Но программу я адаптировала для всех родителей и учителей, которые смогут сами это применять. И правила, конечно, есть. Как в математике есть таблица умножения, так в писательстве есть, например, композиция, да? Это основа основ. Если говорить о форме, в произведении всегда есть форма и содержание. И я с детьми на первом уроке говорю: ребят, что важнее, идея, да, или слова, которыми она выражена? Некоторые кричат: идея, некоторые кричат: слова, а некоторые говорят: и то важно. Да, безусловно, и то важно. Иногда прекрасную идею ты не можешь написать, потому что у тебя маленький словарный запас, потому что как-то у тебя все это не очень красиво получается. Поэтому и другой момент. У ребенка не получается найти хорошую идею. Угу. Да, вот. Але ж вони так фантазують, вони так вміють придумувати все, що завгодно. Їм треба допомагати, от як ви думаєте? Да, да. Ну, не так, щоб, ребят, от зараз вот пишемо вот это, вот это, вот это, подчеркиваємо вот это так, а ти зараз вивчиш это. Ні, я просто, знаєте, як преподаватель, який ділиться. Ребят, от можна вот так, давайте зробимо. Угу. Ну, як правило, їм теж хочеться. Вони підхоплюють, мабуть, ідею, і починають додумувати вже щось своє. А головне – це їм дати поштовх і ні в якому разі не заперечувати те, що в них вже сформувалося. Да, бо тоді справді діти починають думати, може я не так щось зробив, чи не так написав, чи може цей малюнок сюди не підійде. І дитина втрачає ту можливість, яка в неї була, так, той хист, який в неї десь там зародився. Він повинен
людини розвиватися? Тут, мабуть, багато чого залежить і від дорослих людей, від очень, батьків. Дуже важливо підтримувати дітей і говорити, що вони молодці, що вони діляться цією історією. Я помню взгляд одного мальчика, который пришел ко мне на занятия в Индии, и он никогда не сочинял. Ну, как-то так вот получилось, что он вслух не делился своими историями. А тут я его спросила, есть у тебя идея, про что бы ты мог написать? Он мне стал рассказывать, а я стала записывать. И я помню эту искру счастья от того, что он что-то говорит, и это важно. Это не просто слушают, это еще записывают. Поэтому мы сели записывать вместе. То есть очень важно слышать детей. И родители иногда волнуются, когда ребенок, например, сочиняет сказку про то, как русалка, про то, как мужчина и женщина отправились в кругосветное путешествие. Женщина была беременная, и когда у них родилась дочка, она родилась некрасивой, и они ее выбросили за борт. А морской царь подхватил ее, превратил в русалку. И дальше начинается путешествие русалки. Родители волнуются, что их ребенок писал такие страшные вещи. Ну, во-первых, ребенок не убил своего главного героя, а оживил и превратил в русалку. Вообще прекрасный вариант. Во-вторых, дети фантазируют. Это их какой-то такой внутренний мир, и не надо... Ну, трагедії не треба шукати, якісь негативи, трагедії, да. Бо справді діти цікаві, і нічого, що в них там дещо з'являються такі от, для нас нібито страшні історії. Можливо, це не так страшно для дитини. Але ж, знаєте, як дуже часто буває, коли дитина чогось не може розповісти про якісь свої страхи, внутрішні переживання, вона оце все може просто писати і таким чином розповідати. Так, те, да. Що наболіло, те, що хвилює її, то вона все це виражає ось таким чином. Да, тогда мамі може бути, да, ну, если мамі повезёт это прочитать, да, если ребёнок поделится, то тогда возможно есть смысл поговорить, да, как-то вот ребёнок что-то намекает. Но так как я не психолог по образованию, да, я всё-таки филолог, и мы говорим о творчестве в таком вот невероятном творческом потоке, когда ты описываешь невероятные миры, да. Но иногда бывают ситуации, когда приходит мальчик и начинает писать про страшного преступника, который в городе всех начинает убивать, крошить. А я знаю, что в его семье происходит насилие мамы над папы над мамой. И я понимаю, что ему нельзя это запретить. Вот он сейчас вот просто выговаривается, да? И тогда я предлагаю ему вариант. Говорю, смотри, как все грустно и печально, и кровь на стенах, а вокруг сидят дети, им уже становится страшно другим детям. Я говорю, а давай мы попробуем как-то повзаимодействовать с этим твоим разбойником. Вот скажи, если он в городе, может быть, он встретит полицейского хорошего, который сможет как-то на него повлиять, и, может быть, у этого полицейского погиб напарник, и он как-то сможет повлиять так, что этот разбойник вообще перейдет на сторону добра и станет напарником. И как-то так ему эта идея понравилась, он ее подхватил, и мы написали вот такую сказку. Но посыл был, да, действительно драматический. Да, иногда... І получаються вот такі доводиться вам бути трошки психологом все одно, в будь-якому випадку, бо і діти різні приходять і зі своїми проблемами, звичайно ж, так? Да. Це те, що в них в житті, в родині. Тут я дійствую, як я чувствую. От чувствую, ісходя із любви. Вот. А я ще хотіла подивитися, тут же у вас ще є такі цікаві, дуже класні малюночки, да, дитячі. Вот смотрите, это моего сына книга, ему тогда было 11 лет. «Канікули в шляпі». Да, цікава така назва. Так, Микита Хоповий. А він зараз дорослий, так у вас да, вже? Йому зараз вже 13 років, він вже пише такі фентезі-фентезі, научну фантастику. А це історія про те, як вони з друзями ходили в поход. Причем, когда он придумывал название, есть же определенные тоже приемы, как написать название, которое цепляет читателя, да, и он когда придумывал, он почему-то написал «Каникулы в шляпе», хотя шляпы в походе не было. То есть появилось название, которое привнесло в эту историю, реальную историю, волшебную шляпу, представляете? А вам не хотелось бы выдать и эту книгу, например, вот «Каникулы в шляпе», вот, очень интересно. Она же есть вот в этом сборнике. А, она там да, же. Да, все сказки моих детей. Моих учеников, я их за год собираю, причем собирательство, знаете, я как кладоискатель выгляжу, я в электронной почте, в заметках в телефоне, в планшете, вот эти вот книги, которые рукодельные, перепечатываю, какой-то процесс такой, знаете, невероятный, собирательство. А потом я редактирую, редактирование, знаете, это тоже невероятно такой
важный момент, когда ты в соавторстве, да, с ребенком. И потом я отправляю автору историю отредактированную. Если он соглашается, мы печатаем. Если не соглашается, мы что-то обсуждаем. Вы узгоджуете еще и с автором. Да, да. Издательский момент на 100% реализован. Справді настільки цікаво і захоплююче для дітей. Ви уявляєте, діти справжні письменники. Вони можуть написати і потім з видавцем ще й узгодити цю справу. Це просто нереально. І мені здається, що батьки могли би взяти на себе таку роль теж, так? А якщо вот об этом и говорим, что якщо родители... є ті люди, які знають, що їхня дитина має талант письменницький, будь ласка, треба братись за цю справу, треба дитину вчити, треба з нею сидіти і розмовляти, записувати все, нехай вона малює, нехай вона більше проявляє тих можливостей, які в неї є, і тоді вийдуть такі цікаві книги. Ну, справді, якщо ще й такий момент, як узгодження у вашій роботі існує, то взагалі дуже класно. Як ребенок щаслив, да? От коли я була маленька, якщо б мені предложили іздати мою сказку в зборники, і ще й зі мною обсудити, то я думаю, я б не була невероятна. Счастлива. Поэтому вот я так чувствую, что это детям нравится. Звичайно. И мне это нравится, когда появляются сказки. Як ви от зараз вже помітили, більше з'являється у нас дітей письменників? От в Україні, наприклад. Я в Україні сотрудничаю з дітськими лагерями, з дітськими центрами, вот летом, потому что летом живу в Україні, то я вижу, какие интересные появляются истории. Невероятные, и дети любят рисовать. И кто-то говорит на русском, кто-то на украинском, кто-то говорит кто-то пишет на английском. То есть неважно вообще на каком языке мы все это пишем. Угу. Всегда можно найти редактора, да, если я, например, недостаточно хорошо знаю украинский, я сотрудничаю с редактором. Если я не очень хорошо знаю английский, я сотрудничаю с редактором английского, да. И все это можно сделать потом красиво, да, красивый текст иметь. Но изначально я понимаю, что люди говорят на разных, дети говорят на разных языках, пишут. Единственное, что у них общего, это рисунки, да? Рисунки – это невероятное тоже искусство, когда маленькие дети часто, они сначала… А, вот тут у вас еще же такие цикавые. Они сначала рисуют. Дети маленькие, они рисуют истории, и это так здорово. Ваша задача, родители, взять эти листочки, да, потом соединить скрепочкой, бантиком. Слушайте, мне уже хочется сами это сделать. Вот так вот взять вот это все, вот у меня еще осталось, уже, правда, дорослая донька, але раньше она тоже это все писала, и тоже дуже хотіла... Сохранилась? Так, збереглися такі казачки, і дуже цікаво. Я думаю, що у багатьох батьків все це є, і вони теж зберігали. І дуже було б класно видати це все. Якщо, наприклад, пройшло вже там декілька років, ваша дитина вже доросла, я думаю, їй теж буде цікаво, якщо її книгу, яку вона написала там 6 років, буде видано. Конечно. Так, це буде класно. Это как минимум будет праздник для семьи, как максимум, если тираж сделать больше для друзей, да. И еще идем, да, выше, то это тираж, который можно продавать. Ну, звичайно, можна і так, звичайно, чому б ні? А скажіть, будь ласка, от якщо так от діти пишуть, так? І такі от як комікси такі, може, малюють, да? І вони отут десь понаписували якісь там, можливо, там фрази, десь щось шматочками. Як ви все це поєднуєте і як ви потім створюєте одну цілісну книгу, одну цілісну історію? Це і є процес редактування. Це дуже важливо. У любого писателя процес редактування займає таку важливу частину життя, коли ти пишеш потоком, а потім садишся і редактуєш, коли ти підбираєш вже, можливо, красивые слова, обороты, да, диалоги добавляешь. Это невероятно творческая работа. И ну, вот с этим сборником я месяца 3 редактирую. Да? Угу. Потому что каждая сказка – это разговор моей души и души автора, да, ребенка. И надо как-то прислушаться, да, и попасть в его идею и красиво это оформить. А знаете, я теж пам'ятаю, коли ще моя донька була меншою, то от, наприклад, в неї були цікаві якісь слова такі, які вона сама придумала. І здавалося б, що можна було б відредактувати і написати правильно, як це пишеться. Але справді не хочеться втрачати той зміст дитячий, хочеться залишити все так. Ви помилки виправляєте або ті слова, які десь там так написані спеціально? Да, я справляю, тому що все-таки книга
печатается для бабушек, для дедушек, для тетушек, да, для друзей, и как-то уже она имеет такой вид официальной книги, да. Но у родителей же остается рукодельная книга, потому что вот когда мы, например, в Индии в школе занимаемся 5 месяцев, каждый ребенок уезжает со своей рукодельной книгой, а то и с несколькими. А у меня остается только фотографии, которые я потом перевожу в электронный вид. Так вот, и потом редактирую, и что-то меняю, возможно. Так вот, у родителей остается вот эта замечательная рукодельная книга, вот которую они могут издать уже с вот этими замечательными словами. Ну так, дуже цікаво, насправді. А я ще хотіла вас запитати, от ви живете в Індії і справді бачите інше життя, бо то інший континент і все там не таке, як у нас. А насправді ви знайшли щось для себе, от як творча людина. Ви надзвичайно творча, у вас вся родина творча. Я знаю, що ви всі хочете чогось такого неймовірного. І ваші діти також, вони розвиваються всі. Наскільки ви усе, що вам хотілося в житті, наскільки ви там його знайшли, в Індії, саме там, в цій країні? Ну от і там і произошло саме головне. Писательницей я хотела быть в Украине, писать я хотела сказки в Украине, а начала это делать в Индии. То есть, представляете, правда, большой путь прошла от 5 лет до 39. Вот, ну вот первую сказку, как раз вот эту сказку «Сумка с грызунами» я сочинила в 15 году со своими детьми, как вечернюю сказку такую вот, да. И мы сочиняли ее целый месяц. И вот тут произошло волшебство. Я думаю, это связано с Индией, потому что в Индии много людей, которые просветлились, да, и эта энергия, эти вибрации, они есть в пространстве, да, то есть волшебство это, я это называю волшебством, да, они как-то влияют на тебя. И произошло волшебство, которое называется «Я решила записать эту сказку». Ну что такое, вечером рассказала сказку, все заснули, забыли, и все, на следующий день рассказываем новую. А тут откуда-то появилась идея сочинять новые главы, и из 30 глав я только 11 записала, потому что я их помнила, потому что в полусне же рассказываем. Представляете, вот эти 11 глав сейчас я держу в руках только потому, что именно в Индии, именно в тот вечер мне пришла идея записать. З того все і почалося. Представляєте, і дати почитати своїм друзям, редактору, всім-всім-всім вокруг. Коли я знайшла підтвердження, хоча в глибині душі воно у мене вже було, я вже чувствувала, що ця книга, вона вдохновляюча і інтересна. Але коли я ще знайшла підтвердження у 50 чоловік, тоді я її здала. Тобто в Індії відбувалося вот це вот осуществлення моєї мечти. Ну що ж, я за вас справді радію. Хочеться наостанок, щоб почули ще і ті батьки, які мають дітей, всі вони мають таланти. Це обов'язково, да, усі ваші діти талановиті. Будь ласка, можете звернутись, якщо коротко. Да. Дорогі родителі, слушайте, прислушивайтесь к своим детям. И когда они фантазируют, да, когда что-то вам рассказывают, возьмите диктофон или возьмите блокнотик и запишите. Из этой истории может получиться невероятная книга. И, возможно, ваш ребенок не станет писателем. Но развивать фантазию – это поможет. А фантазия нужна в любой области деятельности, да, и потом, когда он вырастет и станет студентом, или когда он сделает свой бизнес, или когда у него будут отношения. Фантазия, то есть творчество, нужна во всем человеку. Поэтому я предлагаю один из способов развития фантазии – писательство. Чудово, дуже все добре ви сказали. Я так сподіваюся, що батьки будуть, звичайно ж, так робити. І, тому що їхні діти талановиті. Да, усі. Совершенно точно. Нехай вони пишуть, нехай розвиваються. І якщо навіть вони не будуть потім письменниками, це класно, що вони навчаться це робити. Вони будуть у своєму світі, у світі фантазії. Вони будуть в ньому жити. І ви зблизитесь, так? Батьки совершенно з дітками точно. Будуть це такий спосіб зближення. Ви будете знати, о чому вони мечтають. О чем они, да, что они видят в этом мире. И, кстати, это наилучший способ показать ребенку свою картину мира, потому что вы можете сочинить вместе сказку, и вы можете свой мир привнести в их. А вдруг он понравится? Слава Богу, если понравится. Звичайно, дякую вам дуже. Приходьте ще, будете в Україні тут у нас влітку. Будемо раді вас бачити.